Всем привет! Сегодня у меня Kia Cerato 3-го поколения, рестайлинг, 17-й год, двигатель 2 литра G4NA. Тот самый двигатель, который часто задирается, как многие пишут. И сегодня я хочу, чтобы вы сами определили по внешнему состоянию, по внутреннему состоянию, вообще по машине, по истории, какой у нее пробег. Еще раз, машина 17-го года, где-то полгода она была у нас, как личный автомобиль. Дальше... ну, скажем так, с января 18-го, можно сказать, с начала 18-го года, она пошла в такси. И вот почти 7 лет, точнее 6,5 лет она работает в такси без остановки и по сей день. Завтра она опять идет под нового водителя. Еще раз, пробег показывать я не буду, я его напишу в описании под видео, а вы будьте честными, попробуйте определить, получится у вас или нет. Ну, поехали по состоянию. Ну, наверное, стоит показывать только косяки и, в принципе, что не работает. В данном автомобиле работает абсолютно все. Все работает, все как надо. И давайте, наверное, с руля начнем. Вот состояние руля. Потому что по рулю многие судят о пробеге автомобиля. Вот руль. В нормальном состоянии. Естественно, он уже перешитый. Возможно, и не один раз уже. И, честно, уже не помню. Состояние кнопок. Все чистое, нигде не стертое. Здесь также все чистое, не стерто. Так, мы не обращаем внимания на пыль, грязь. Именно на состояние кнопки. Бывает, знаете, как вот так затерто, и тут просто белое пятно, ничего не видно. Здесь такого нет. Здесь также. Вот, наверное, единственное место, где начало стираться. Вот. Это когда фары вот так включают. И пальчиком. Вот место единственное. С другой стороны, также все чисто. Стекла все родные, кроме лобового. Но, тем не менее, лобовое менялось, и оно оригинальное. Еще раз, на машине не экономили. Масло только Мобил, запчасти только оригинальные. Что-то выходило из строя, все менялось на оригинал. Наверное, заглянем под капот. Под капотом у нас вот так все это выглядит. Все чистенько, все, в общем-то, вымыто. И что менялось? Здесь менялся натяжитель приводного ремня, это было по гарантии. И, насколько я помню, уже менялся радиатор основной. Потекла трубка, и мы его поменяли, уже не по гарантии. Пробег на данной машине выдает только состояние фар и задних фонарей. Против туманки нет смотреть смысла, потому что здесь пленка. Я сниму пленку, они будут идеально прозрачные. А вот фары, вот это время уже. И, наверное, это вам даст подсказку хоть какую-то о пробеге автомобиля. Это не пленка, это фара изнутри. Так, начинает уже. На капоте, естественно, имеются сколы. Они закрашены не в цвет, но вот так не видно. И при этом капот не ржавеет, а вот крыша, да. Видно, вот здесь прилетал камешек, здесь немножко подкрашено, но это ржавеет. По кузову с водительской стороны здесь все родное, но можно отметить небольшие нюансы. Вот, смотрите. Тут немножко. Посмотрим дверь. Чаще всего используется водительская дверь, поэтому углядим ее. Тут у нас. Вот, ржавчинка полезла. Здесь вроде нет. Где у нас еще? Вот, я думаю, видно. Вот, лезет ржавчина. Ну, по сути, это ерунда для 17-го года. Пассажирская сторона. Дверь мененная, крыло менено. Все это бралось с разбора в цвет, чтобы не красить. Поэтому никаким толщиномером это не возьмет. А теперь идем к багажнику. И тут у нас помогает определить пробег опять фонари. Смотрите. Это снаружи трещины. Вот такие. Ну и левый фонарь не лучше, тут также есть вот эти трещинки. Что это за трещины, не могу сказать. Крышка багажника родная, все с ней отлично. А вот желобок вот этот уже красился по гарантии. И тут смотрите, как спучило уже. Я думаю, видно. Это ужас просто. Тут вот прет ржавчина. Здесь еще хуже, здесь прет ржавчина, здесь по шву прет ржавчина. Левый молдинг, вот здесь тоже есть ржавчина, она уже подкрашивалась, вот. И видно, прямо там вымывает, прям, не знаю, будет видно. В общем, тут все это
с ржавчиной. По мотору никаких задиров нету, коробка не пинается, коробка родная, двигатель родной. По двигателю, еще раз повторюсь, менялся только натяжитель приводного ремня. Ни прокладка клапана, ничего. Вовремя менялись свечи по регламенту. И, в общем-то, масло тоже, естественно, менялось раз в 10 тысяч, потому что это такси. И с машиной все отлично. Стуков, шумов никаких нет. Надеюсь, не появится в ближайшее время. И я думаю, я достаточно показал. Теперь вы можете попробовать определить пробег у данного автомобиля. Ну, хотя бы предположить, какой здесь. А в описании под видео я напишу реальный пробег на сегодняшний день. Так что попробуйте определить. А на этом сегодня все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. И всем успехов и удачи на дороге.